Зачем качать нефть, если можно качать деньги? Если темпы роста сохранятся. Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны. Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей. То есть МММ это такой аккумулятор жадности, да? Продается. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада финансовый мировой центр. Сигнальный номер Коммерсанта. Вместо рекламы Мамонтов. Начну с новой проверкой. Только вперед! Ты должен ударить локомотивом. Но в день X мне от вас понадобится полная синхронность действий. 20 с лишним миллионов вкладчиков. Прирост 1 миллион в неделю. Через полгода, нет, раньше, билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. 50 миллиардов долларов США, контрольный пакет и безграничное использование бренда МММ. Я России не торгую. Thank you.